Я с вами, кажется, да, я спел. Простите за то, что не было роликов. Вы уж посмотрите, сколько роликов уж не было. Но я вернулся в Roblox. Только в Holyfield Islands. Только тут, знаете, такие острова, только дома. То есть острова, дома. В эти дома можно залезть, там будут режимы, всякие лава, всякие штуки, ну, мосты, еще так далее. Я изменил скин. Кстати, мне дают 21 робуксов за мою игру, и это первый доход из моей игры, представляете? Я очень рад, кто сделал эти 21 робуксов. Вот. Короче, я опять вернулся. Все важное сказал, но игра уже началась, я уже в игре начал снимать. Не забывайте подписаться. О, мне дали меч. Ну, тут происходит всякая фигня на этих домах. И вот. От ругания пуканьем, от сражения мечом. Так. У кого-то вирус. Ну, попробуй ко мне, я тебя из Майнкрафта так сделаю. Один умножен на 10, конечно, 10 будет. Логично. Легкие вопросы. Не, пока она еще пока я нажимаю еще клавиатуру, пока придет, еще 100 лет пойдет. Ну кто хочет ограбить банк в такой лаве? Боже мой. Кстати, как вам мой скин? Я его назвал Ниндзя Эль Примо. Только один человек знает, почему я его так назвал. Деликатный пчелиный улей был найден. Ну, наверное, это дерево. Улей. Кому-то дали эксплосив гер. Эксплосив гер, это, кто знает, это классическая ракетница. Если она кому-то в плохие руки попадет, то это будет уж плохо очень. Что где? А, это ракета, я думал. Оу. Оу. Ну. Один. Кроме стартинг упшал. Кто-то начинает магазин. Ага, кто-то туда зайдет. Нужно потушить огонь. Ну да, нужно. Как бы. Колоссальных размеров можно. Кто-то не готов к математическому тесту. Ну, я готов. Я могу. Супер бомб сервайвер. О, хорошо, мне. Она же умница. А я негде. Минус один. И наконец выиграл. У меня сколько выигрышей? У меня 15 выигрышек. Ты смог. 11 коинов. Ебой. Тут можно, кстати, делать свои дома красивые. Тут еще есть пэты. Тут можно. Тут это есть пэти какой-то. Давайте возьмем скелетона, который дает за прохождение солнца. Все. У меня 233 коинов, ничего не закупить. Ну ладно, подождем. О, на боку. Прикольно. Типа дома только на боку. Яйца. Кстати, эту штуку можно получить, если вы одолеете бани босса. Ты можешь сейчас получить. Ученые нашли антидот. Ну, то есть, изобрели как-то. Вам жарко, то съешьте айскрим. О, не дали айскрим. Он одноразовый или бесконечный? Ну, если это классический. Ну, это классический, значит. Блин. Кто-то сделает из своего дома каску. Я почти бы умер, прикиньте. Я почти бы умер. Ну, самое безопасное место, мне кажется. О, 9 умножаем на 4 будет 36. Оп. Кто-то станет монки. То есть обезьяны. Блин, тут реально опасно находиться. Говорить, плюс думать, плюс еще выживать. Смотрите, где-то солнечная вышка. Ну, молю, не. Вы издеваетесь.
Кто-то получит хост импровмент. Что такое импровмент? Кто-то съел чили. Конечно, я. Блин, это навсегда? Это навсегда, что ли? Блин, так я же умру. Жопа горит! Подожжите мою папу! У нее повар два. Если бы у нее повар один, то я бы вышел. За что? Ну, реально, что делать? Я же умру. Это как будто ты взорвешься через, несколько секунд. Это типа чего такого. Спасите меня. Мне еще сделали мутанта, мимба. Я умру. Блин. Я туда не смогу. Ну я бы все равно умер. Я бы сгорел. Ладно, посмотрим. Хотя я вам хотел секретку показать. Вот перед этой картиной есть отсылка на Gravity Falls. Те, кто смотрел, это Gravity Falls. Оп. И еще в Gravity Falls есть такой автомат, там где Стэнли показывал, что там какой-то есть код. Ну, не знаю, наверное, тут же такой же, я не посмотрел, вот. И вот отсылка на Gravity Falls. Если вы сюда этот кейкард вводите, который вы пришли за картиной, то попадете сюда. Но это тоже отсылка на Gravity Falls, там портал. Я не буду спойлерить, это вам, наверное, не нужно. Телеверс уже просто. Ну, всем трем игрокам нужно 100-й левел. И если они все сюда стоят, один тут. Один нажимает на кнопку, один тут, и все. Тогда откроется портал, и фиг его знает, что там будет. Наверное. Давайте высветимся. Оп. Как-то я очень быстро расковаливаю. У тебя 15 побед, Эстер. Вот, кстати, я про Эстер говорю. Нужно победить этого босса. Но этот босс не очень такой сложный, я уже думаю. С первой попытки, да, это больше сложно, но вот со второй изи. Лава. Лава, это как всегда. Если кто-то умрет, то лава поднимается. Так, сейчас немного вам помехи сделаю. Но мне хотя бы будет удобнее. Фурки слова. Тут соломер. Вот это я уважаю. Кто-то будет забандирован. У кого-то дом превратится в замок. А Фергат has been standpoint. Что? Фергат? А он типа защита? Так он уже защита, если там рычаг под лавой. Хотя, не, рычаг не под лавой. Но его все равно нельзя активировать. Вот, кто-то свои эмоции резает. Дайте я тоже тут потанцую кей-попа, хотя я его ненавижу. Лайк, если вы тоже ненавидите кей-поп. Ну, а если любите, то хотя бы подпишитесь. Что это? Какой данс? Это IO Dance Move NCT. Ну, какой-то кей-поп мне мешали. Hyperfast 5 гигабайт. Отсылка на стикер данс мов NCT. Файтинг, ну это из другого. Свагбакс. Боже мой. Я думаю, это. Ой, а как? Кстати. Так это невозможно. Те, кто в замке кайфует, потому что нам нужно в дома спрятаться, а тут дома-то в лаве. Никто не выиграл. Вен, коллектор, боже мой, Вен. Что к тебе, Ян? Кстати, я это обе прошел, или еще снизу там тоже есть какой-то обе. Там надо отсюда прыгнуть из этой штуки, она разобьется. Я это тоже прошел, и этот тоже прошел обычный. Ну да, я профессионал по обе. О, блин. Ребят, сфотографируйте, нужно новый мем сделать. Сфотографируйте. На всякий пожарный вдруг это уже новый мем. Блин. Фиг его знает, что это такое. То есть фиг его знает, что это такое еще.
Посмотрим. Оп. Ой, да с... Star Wars. Ебой. У меня Star Wars. Ну-ка, ну-ка, меч из Star Wars, ну, этих злодеев. Да умри. Хитбоксы. Это нечестно. О! О! Я и Монки, я и Star Wars. На! Где? Тетрадь смерти, блин! Я быстро кого-то убить! На! Блин, промазал! Чтоб тебя, я умер. Меня тетради смерти заколдовали. Кладешь кикарт. Никогда сегодня у кого нет кикарт. Зачем мы сюда пришли, у нас этого нет нужен. А у меня нет этого. Надо с друзьями походить, инфососка. С рандомными людьми не получится. Более чем мы видим. Ну да, не получается. Надо с этого. А я раньше пытался сюда игроков привести. Понятно все. Все равно закончится с 4. 3. 2, 1, ёлочка Гали. 1, 2, 3, 4, 5, ёлочка Гали. Вот здесь, 1, 2, 3, ёлочка Гали. 1, 2, 3, ёлочка Гали. Спи. Зачем? Ах ты, не бойся помнить. В конце ролика даже стыдно говорить. Ну что стыдно, ничего стыдного нету. То есть... Ну блин, не знаю. У меня есть идея для музыки, могу записать даже шортс. Ну шортс и видео запишу. Фростбайт. Фрост, ну типа холодно будет. Так, нужно же нужно быстро в дом. Хоть это не мой. А, нет, все нормально. Нормально. Надену ее и башки. Что? Вот этот бак, там, где два дома объединены. Просто чисто. Два дома таких. Такой, открой его. А сюда у него. О, банк. Где банк? Мне нужен банк. Где банк-то? Реально, где банк? Мне реально нужно его грабить. Да. Ладно. Оп, пошли. Блин, это мне напомнило на Jailbreak. Старые времена. Кто понял, тот понял. Ха, не войдешь. А Blizzard is forming. Не войдешь, не войдешь, не войдешь. Блин, башня. Я на Star Blizzard. Ну холод. Но я в банке, это тоже как бы укрытие. Ну это дом, только это банк. И это считается как укрытие. Даже если я буду на улице, то меня не убьют. Потому что я же внутри дома. Ну не внутри. Но тебе покажу. Никто не выйдет. Не-не-не, все, можно выходить. Смотрите. Все, грабили банки, все и Blizzard пошли. Все как шоколад. Ах, все разомню. Кто-то играет в Photoscape. Боже мой, это игра. Я прям хотел в мой дом, зачем тут такой бум-ду-ду-ду. Неожиданный поворот. Так. Ну я тут поставил немного вовка. О, так и встал. My look ever never the... Быстро. Что такое? Power up. О, бус. Ебой.
Нет, вот так сделаешь на кровати. Я могу еще это использовать. О, я могу бесконечно, что ли? Это имба. Это самый лучший буст. Самое лучшее бедствие. О, кабин. Я жалюсь в кипятильке. Что мне делать, уж такая судьба. Батут, ура! Подумай. Оп-оп. Давай, поврап, поврап. Да, блин, как тут запрыгнуть? О, это что такое? О! Я себя чувствую очень хорошо после этого. Ну что, ну бас, Калимович, что не можешь? Я гриб пельменный, этот мем. О, молоток. Математику учит гоблин. Нет, это так хорошо. Фух. Я из-за него чуть бы два раза бы не умер. Флопа? Где это флопа? Это флопа, ты где? Где флопа? Офиги его знает, где он. Бог знает, где сейчас Фропа. Фропа! Пельмени заказывали. А вот этот Фропа. Ну-ка, иди сюда, Фропа. Его надо убить быстрее. На-на-на. Блин. Ах, крыса. Блин. А! Такое! Это фигня, мне крылья загорло. Are you serious right now, bro? Понятно. Блин. Давай, давай, иди. Оп. Стоп. Да блин, кто запрыгнул, реально сложно. Не, это не легко запрыгнуть, слишком нулевый. О, ну дайте будет. Так, смотрите, надо за эту штуку зацепиться, я понял. Только это не спасло. Так. Иначе начнем, блин. Читать, что я пошел, потому что это легко уже. Пусть это будет последний. О, мирный житель. А то что, есть Малдор? Если тут есть Малдор. О, умоляю. Не открывай. Закрывай. Ха! Съешь это. Блин, я очень медленный из-за солнца. Быстро. А, нюка, 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 нюка. О, подалить. Конфетка. Что для него? Дайте мне быстрый гейм. Дайте мне быстрый гейм. Ну давай. Ты кого? Ну-ка, ну-ка. Оп, оп, оп. Да я лучше классический прер. Классическим, по классическим вещам. Оп. Ком-то все. Блин, а че? А! Да откуда дверь? Ну, сисят. Блин. Что это было?
Ладно, ребят, на этом все. С вами был, как всегда, я, Спел. Не забывайте подписываться на мой канал. И всем пока-пока.